Atalleni! Muta! Tamu! Ötte çorta var! Thank you.
Thank you.
пошлите мне священное на власть благословение. Да буду благ и праведен, как ты, да в славе правлю свой
старости я сызнова живу. Близок день, лампада догорает, еще одно последнее сказание. Смирясь
себя молитвой и постом, и сны твои видений легких будут полны. Да ныне, если я невольною дремотой обессилен, не сотворю чудятся подпольные миры. Господи боевые, безумные потехи юных лет. Как весело прошел свою ты младость, ты воевал под вашими касаний, ты рад Литвы пришлось кому прошел, ты видел двор и роскошь Анна, а я от отроческих лет по кельям скитаюсь, бедный инок, зачем и мне не тешится боя? Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул. Верь ты мне, нас издали пленяет роскошь и женская лукавая. Помысли, сын, ты о царях великих. Кто выше их и что же? О, как часто, часто они меняли свой посох царский и порфиру, и свой венец роскошных наивок, как лобок смиренный, и в келье святой душою отдыхали. Здесь, в этой самой келье, не жил тогда Кирилл многострадальный, муж праведный. Здесь видел я царя, задумчив, тих сидел пред нами грозный и тихо речи а в очах его суровых раскаянья слеза дрожала.
погневали мы Бога, согрешили владыкою себе, залюбился нарекли. Давно, честной отец, хотелось мне тебя спросить о смерти Дмитрия Царевича. Ты, говорят, в то время был в Угличе. Ох, помню, привел меня Господь увидеть злое дело, а вафль грех. Тогда я в Углич на некое был устном послушание. Пришел я в ночь, на утро, в час обедни, вдруг слышу звон. Ударили в набат, крик, шум, бегут вокруг царицы. Я туда ляжу, лежит в крови зарезанный царевич. Царица-мать в беспамятстве над ним. Кормилица несчастная в отчаянии рыдает. А там, на площади народ остервенец, волочит безбожную предательницу банку. Вопль, стоны! И между них свиреп от злости бледен является Иуда. Вот злодей остался общий вопль. Тут народ бросился во след, бежавший к нём убийцам. Злодеев захватили и привели пред тёплый труп младенца. И чудо, вдруг медведь затрепетал. Покатися, народ им загремел, не в ужасе над топором. Злодеи покаялись и назвали Бориса. Постой! С тех пор прошло лет 10 или нет? 12? Да, так, 12 лет. Он был бы твой ровесник. Преступлением-обиющим заключу я летопись свою. Там, Григорий, ты грамотой свой разум просветил, тебе мой труд передаю. Описывай, не мудрствуя лукаво, все, чему свидетель в жизни будешь. Войну или мир —
сценарий. Пророчества и знамения небесны. А мне пора, пора уж ты призадумался, товарищ? Вот и граница литовская.
до которой тебе так хотелось добраться. Литва так слюбилась, вот мы, отец Мисаил, Господу грешный, как утекли из монастыря, так и восемь не дуем, Литва ли Русь ли, что гудок, что гусли, судом равно, было вино. А вот и оно. Спасибо, хозяюшка, Бог тебя благословил. Эта дорога.
Кричит, как крошу. А далече молит место грёз всё. Пристально смотришь, а вот что.
тебе указ. Давай сюда! Видишь, из Москвы писал некий еретик 300 трепьев. Знаешь ли ты это? Не знаю. Ну, и царь велел его еретика изловить и повесить. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, свинья, не умудрил Господь. Да-то вот тебе указ. На что мне этот еретик, разбойник, вор, риска ты? Она, что ты, Господь, с тобой? Господи, старцы на покое не оставят. Эй, кальпель грамотный! Читай. Чудова монастыря, недостойный черниц Григорий из года Трепьевых, научен дьяволом, вздумал смущать святую братью всякими соблазнами, законами. Обижал Гришка границы литовской, царь приказал изловить его. И повесить. Здесь не сказано повесить. Рёс, не всяко слово в строку пишется. Читай, изловить и повесить. И повесить. А лет ему, Гришке, от роду, 50, борода седая, брюхо толстый, нос красный. Держи его! Держи, ребята! Что вы, острел окаянные, чего пристали? Ну, какой я Гришка! Мне, брат, мало шутки шутить. Хоть по складам умею, хоть плохо разбираю. Разберу, разберу, коль дело туда петли доходит.
видом свет сошелся. Найдем мы жениха и пригожего, и приветливого. Забудешь про Ивана Королевича. Не будь и скоро.
престою ж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей измученной душе. Напрасно мне кудесники суют что рады видеть князя, и что он скажи без гнева.
вечер, Пушкин холоп пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, конец из Кракова приехал и приехал. Конца схватить! Противен мне род Пушкиных мятежей. Страшно!
лишился как-то жизни. Ты послан был на следствие. Теперь тебя крестом и Богом заклинаю по совести. Молотком стучит в ушах.
кто-то, и голова кружится, в глазах дитя окровавленное. Вон, вон там, что это? Там, в углу, колышется костер, близится, прожить и стоит. Шур, шур, и я твой, и коней. Шур, шур, дитя, и я. Народ, воля народа, черт дитя! Ты не хочешь смерти грешника,
Thank you.
нет, Борис, нельзя, нельзя, Борис. Thank you.
Я знаю, бормоча какие-то слова чудные.
сур! Кто говорит убийца? Убийцы нет. Шип, шип, малютка. А Шуйского за лживую присягу четвертовать! Благодать Господня над тобой! А? Целебной очи.
что даже сны мои в невиденных вещей уж не являли, а снились только звуки. Раз в глубоком сне вдруг слышу народный суд нелицемерный.
Той на страже борцом за веру правую. Свято чти святых угодников Божих. Соблюди ты чистоту свою, Фёдор, и мощь твоя, и сила, и сестру свою царевну смиряки, мой сын, ты ей один хранитель остаешься. Наши ксени голубки чистой. Господи, воззри, молю, на слезы грешного отца, не за себя молю, не за себя, мой Боже. Трона пред